Мы знаем, что полюса смещаются с течением времени и что континенты дрейфуют в течение очень длительных периодов. Однако в своей книге «История Адама и Евы» доктор Чен Томас утверждает, что сдвиг происходит менее чем за сутки. Он описывает это событие в мельчайших подробностях, и это намного хуже, чем любой голливудский фильм-катастрофа. Земля вращается со скоростью около 1500 км/ч. Но мы этого не чувствуем, потому что все — суша, вода и атмосфера — вращается вместе. Томас объясняет, что во время сдвига полюсов земной воздух и вода продолжают вращаться, в то время как массы суши останавливаются. Всего за каких-то несколько часов исчезают все следы цивилизации. Даже от таких больших городов, как Нью-Йорк, Лондон и Токио, почти не остается никаких следов. Там, где всего несколько часов назад жили миллионы людей, теперь горы из кусков бетона и раскуроченная земля.